конечно, будет звучать замечательная музыка в исполнении настоящих профессионалов. А как же можно быть иначе? Немного истории. 1962 год. Приказ министра культуры Российской Федерации номер 151. Открыть в городе Владивостоке Дальневосточный педагогический институт искусств с музыкальным, театральным и художественными факультетами. Основатели нашего вуза были в основном молоды, полны творческих идей. Вот как вспоминал об этом времени один из наших первопроходцев. Первый декан художественного факультета Вениамин Алексеевич Гончаренко. Приходилось встречать поезда, размещать привезенный учебный материал. Сколько возни было со статуями. Вспоминаю, как затаскивал на ступеньки института бюст греческой богини Геры. Она и по сей день стоит. Заслуженная вещь. Жили мы дружно, ведь все обитали в одном доме. Там и работали, и проводили досуг. Мы, художники, живо интересовались музыкой, театром, ходили на все концерты. Музыканты посещали наши мастерские. Какие у них были музыкальные вечера. Собирались вокруг рояля, как замечательно играли молодые музыканты. А мы слушали. Бывало, такие концерты продолжались всю ночь напролет. Создание Института искусств стало событием в культурной жизни не только Дальнего Востока, но и всей страны. Появилась возможность подготовки кадров высокой квалификации для театров, оркестров, преподавателей школ, училищ, художников. За 6 десятилетий нашим вузом было подготовлено около 7000 специалистов. Они работают в различных учреждениях культуры и искусства Дальневосточного региона, России, за рубежом, в школах искусств, колледжах, вузах, филармониях, оркестрах, театрах и домах культуры. Мы гордимся своими выпускниками. Среди них заслуженные и народные артисты России, заслуженные деятели искусств, заслуженные работники культуры, народные и заслуженные художники, заслуженные работники высшей школы. Многие из них поздравили нас с юбилеем. Аплодисменты, пожалуйста. На сцену приглашается временно исполняющая обязанности ректора Перич Олеся Валерьевна. Региональные и вузовские конкурсы, фестивали, выставки, научно-практические конференции по различным проблемам развития искусства, культуры и образования. Все больше у нас иностранных студентов, и мы им очень рады. Наших выпускников можно встретить в любых уголках нашей страны, далеко за ее пределами. И работают они с честью, мы по праву гордимся ими. Продолжаем концертную программу нашего вечера.
Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром. Первая часть. Исполняют заслуженный артист России профессор Феликс Кальман, лауреат международных конкурсов, студент третьего курса Юрий Кальман, камерный оркестр студентов и выпускников Дальневосточного государственного института искусств.
Глубочайшую благодарность преподавателям ветеранов. Дорогие, любимые наши учителя, всю свою жизнь вы отдали работе в нашем вузе. Это ваши ученики работают в различных творческих коллективах и учебных заведениях Дальнего Востока, России и за рубежом. Благодаря вашей творческой деятельности Владивосток стал культурной столицей Дальневосточного региона. Ваши имена вошли в историю. С праздником, дорогие! Крепкого здоровья вам и новых творческих свершений! И здесь начинаем нашего вечера яркое свидетельство связи поколений в нашем институте. Это юбилейный подарок от кафедры фортепиано. Перед вами выступят в содружестве представители трех поколений наших педагогов – старшего, среднего и молодого. Чайковский, полонез из оперы «Евгений Онегин», исполняет фортепианный ансамбль в составе заслуженная артистка России профессор Раиса Юхина, заслуженный артист России профессор Сергей Эйзенштадт, доцент Елена Котельникова, лауреат международных конкурсов Иван Кулиговский. Thank you.
навыки наших преподавателей и студентов занимает ансамблевое музицирование. Яркий пример – ансамбль «Кончертони», которому исполнилось 30 лет. Мы гордимся тем, что коллектив стал первым исполнителем многих замечательных сочинений отечественных и зарубежных композиторов. Одно из таких сочинений прозвучит именно сейчас. На сцене лауреат международных конкурсов «Ансамбль Кончертони» в составе лауреат международных конкурсов, студентка 5 курса Дарья Яровая, скрипка, профессор Владимир Лагунов, виолончель, доцент Татьяна Кириллович, фортепиано, заслуженный артист России, профессор Александр Капитан, баян, доцент Атабек Расулов, кларнет, старший преподаватель Алексей Олегнович, ударные. Подкайц. Рио Рита. Музыкальный коктейль.
продолжат концертную программу представители кафедры вокального искусства и дирижирования. Кафедра всегда занимала особое место в жизни музыкального факультета, ведь человеческий голос – прародитель всех музыкальных инструментов. А в последние годы она особенно успешно развивается благодаря тесному сотрудничеству с солистами приморской сцены Мариинского театра, многие из которых являются ассистентами-стажерами и преподавателями нашего института. На сцене солисты приморской сцены Мариинского театра, заслуженная артистка России Елена Разгуляева, лауреаты международных конкурсов Евгений Мизин, Илья Астафуров, преподаватель института Варвара Комаровская, магистрант ХУХАО, хор вокального отделения, дирижер, заслуженный артист России, профессор Смирнов Анатолий Павлович, концертмейстер, дипломант международных конкурсов Людмила Фокина, Верди, застольная из оперы «Травиата».
митрополита Владивостокского и Приморского Владимира. Уважаемая Олеся Валерьевна, поздравляю вас, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студенческое сообщество и выпускников Дальневосточного государственного института искусств со знаменательной датой. Сегодня институт является ведущим вузом по подготовке кадров творческих профессий на Дальнем Востоке. Важность подготовки квалифицированных специалистов творческих профессий невозможно переоценить. В день празднования желаю профессорско-преподавательскому составу, коллективу сотрудников и студентам института дальнейших творческих успехов, процветания и помощи Божьей в трудах и на благо Отечества. Митрополит Владивостокский и Приморский. Дорогие друзья, сегодня в фойе концертного зала вас встречал замечательный джазовый ансамбль. Это студенты и выпускники кафедр духовых и ударных инструментов. А сейчас в исполнении брас-квинтета под управлением Владимира Кузнецова прозвучит пьеса Лероя Андерсона «Парад трубачей».
гран-при 5-го всероссийского конкурса имени Калинина «Оркестр русских народных инструментов». Дирижер – заслуженный артист Российской Федерации профессор Сергей Арбус. Полонез памяти Пушкина. Басалов. Вечерний звон. Шпинев. Я табун стерегу.
такой домашней теплой обстановке, давайте немножечко вернемся к истории. Что двигало основателями нашего института? Почему они ехали на край света, которым тогда считался Владивосток? Вновь из воспоминаний Вениамина Алексеевича Гончаренко. В пору создания института я был достаточно успешным молодым художником Ленинграда, сталинским стипендиатом. Будущий ректор Васильев, а он умел говорить красиво, стал меня уговаривать. Что тебе делать здесь, в этой ленинградской сырости, а там море, солнце, сопки, пастораи для художника. А жил я тогда в комнате в коммунальной квартире. Питерская зима, темнеет рано. Иду домой, темень не домой, слава богу, в лужу. И подумалось, а там солнце, море, собрался и поехал. Нет, ни деньги, ни карьера манили первопроходцев нашего института. Бывало, конечно, и это, но главное – романтика. На сцене симфонический оркестр Дальневосточного государственного института искусств. Оркестр был создан в первые годы деятельности института. Выступление симфонического оркестра – это всегда яркое событие в концертной жизни нашего города. И сегодня эта традиция продолжается. Шостакович, праздничная увертюра под ваши аплодисменты. Thank you.
подходит к концу. И прежде чем объявить последний номер нашей концертной программы, хочется высказать слова глубокой благодарности вам, зрителям и нашим слушателям. Спасибо вам за ваши аплодисменты, за вашу преданность, за вашу любовь к искусству, за то, что пришли нас поддержать. Эта поддержка – залог будущих свершений нашего родного института. И в заключении нашего торжественного вечера прозвучит музыка гениального русского композитора Мусоргского, поистине музыка на все времена. «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» исполняет академический хор и симфонический оркестр Дальневосточного государственного института искусств. Дирижер, заслуженный артист России, профессор Сергей Арбус. Thank you.
юбилейный вечер, посвященный 60-летию Дальневосточного государственного института искусств. Благодарим всех, кто принял участие в его организации, и тех, кто был сегодня с нами. До новых встреч! С юбилеем!